Купеческие усадьбы, конюшни, дворянские школы. В Самарском районе каждое здание словно дышит эпохой 19 века. Историческую красоту жители хотят сохранить. Сейчас, говорят, глаз радуется. Каждый отреставрированный объект величаво красуется на улицах города. Дома и скверы постепенно обновляются. Площадь Революции, куда я хожу каждый день, она вообще меня восхищает. И быстро, и хорошо. Благоустройство дворов, ремонт крыши подвалов, вопросы расселения. С этими проблемами жители чаще всего приходят в общественный совет микрорайона. По заявлениям людей, уже спилили с деревьев аварийные ветки, привели в порядок улицы. Планируется работа по ликвидации последствий скрытий, не заасфальтированных. Тоже большая работа. Улица Степана Разина, где между Пионерской и Комсомольской. Вот, провели уборку, приехала машина, поливалка. Приехал три пылесоса, все убрали, люди выходили. Участвовать в преображении района жители готовы и сами. Многие высаживают около домов цветы и убираются во дворах. Решать проблемы конкретных территорий необходимо сообща, уверены в Самарском районе. В помощь общественникам и активным жителям реформа местного самоуправления. Определить, кто будет представлять интересы населения в районах советах депутатов, людям предстоит на выборах 13 сентября. Алина Чемерис, Алексей Золотенков, События.